Доброе утро, друзья! Очередной день нашей каталки. На этот раз мы решили попробовать Лауру. То есть это тот же терминал, что и Альпика Сервис, только немного другой вход, и гора уходит, подъемник в гору уходит влево. Посмотрите, абсолютно пустая, идеально подготовленная трасса. Идеальное место для того, чтобы раскататься, размяться, начать прекрасный новый день. Снега нет уже 3 дня, собственно, пухляка нет, только чисто трассовое катание. И поэтому будем сегодня больше упор делать на видеосъемку, на упражнения, будем вспоминать, учиться кататься. Опять на Альпике, на Лауре покатались до обеда, вот сейчас было 12 дня, решили поменять дислокацию, потому что на Альпике стало очень много народу, началась какая-то толкотня, несмотря на то, что широкие трассы, но очень много неопытных райдеров, и поэтому резкие повороты влево-вправо, можно на кого-нибудь напороться, заказали кофе, и вот в таком вот прекрасном месте остановились. С вами снова я. Это вершина Альпики и кафе вот с таким вот божественным видом. Круто здесь, очень круто. Да, красивая девушка нам принесла кофе. Пожалуйста. Спасибо большое. Сахар у вас. Спасибо. А, еще какой-то лысый пацан ко мне подсел. Три дня я уже гидрянец. Да, появилась сегодня идея утром создать отдельный веганский канал. Да, и типа вегетарианство без границ. Вегетарианство без границ, цензуры. Да. И да, надо пробовать, будем на эту тему думать, работать, что получится. Добрый вечер, дорогие друзья. Закончился у нас еще один катальный день. Сегодня мы катались на Лауре. С Лауры поехали на Альпику. Спокойно, нормально откатали, но без особого энтузиазма, так как не было свежего снега, и мы катались только по трассе, и, собственно, теряется интерес какой-то. Потому что... Лично мне по душе фрирайд, пухляк и все дела. И природа. И природа, да. Я люблю среди лесочка кататься. Вот Домбай, когда выпадает снег, для меня это best. Это лучшее, что может быть. Поэтому, скорее всего, мы завтра не будем катать, но мы пойдем искать интересные, красивые места в Сочи. Доброе утро, друзья. Итак, 4-й день нашего пребывания в Сочи. Сегодня мы
все-таки решили не ехать кататься, снега нет, и решили мы посвятить этот день прогулками по Адлеру, по Сочи. Сейчас мы гуляем по парку Южной культуры. Вход стоит 250 рублей, карты нет, в общем, 20 гектар площадь парка, гуляйте где хотите. В общем, вся жизнь пилота дрона превращается в миссию невыполнима, в шпионские игры. Тебе нужно попытаться где-то взлететь, как-то безопасно полетать, и чтобы тебя еще потом не закрыли, не посадили, не оштрафовали, и ты не навредил еще, в общем, кому-то. Такое тут у нас китайское дерево. Если вы хотите подышать, отдохнуть, с удовольствием погулять, парк Южной культуры идеально для вас подойдет. Здесь Дим, ну как тебе парк? Я свое мнение высказал посередине видео. Сейчас мы погуляли, буквально час, что ты можешь сказать? Ну, мое мнение, то, что этот парк должен быть просто открытым городским парком для всех. Согласен. Ни больше, ни меньше. Абсолютно согласен. Вот, да. То есть, очень красивые, конечно, деревья, лебеди плавают, все это здорово, но мое мнение, мой видео, не знаю, что Юра говорил, но нет вообще никакой логики в нахождении тебя там. То есть заходишь, нет ни указателей, практически нет вообще никаких табличек. Один-два садовника, которые стоят тяпкой, там что-то делают. Ну, в общем, не знаю, я не понимаю, за что берутся деньги за вход в этот парк. 250 рублей, друзья. Вот. Мое мнение, государство должно, даже обязано, этот парк просто содержать открытым для людей. Друзья, пришли ближе к центру Адлера. А вот там набережная. Смотрите, какая тут красота. Торговый комплекс «Мандарин». Ананасики тут растут. Итак, друзья, крайний день моего пребывания в Сочи. Я нахожусь на ЖД вокзале Адлера. Жду своей электрички.
ласточка, которая довезет меня прямо до Армавира, прямо до дома. Сегодня был такой амебный день, мы вчера прошли 30 километров, 25-30 километров, и поэтому сегодня утром гудели ноги, никуда не хотелось идти. Такая у нас вчера была прогулочная программа, тренировка, поэтому сегодня я искал мелодию, музыку вот под этот клип, который сейчас для вас снимаю. Очень нравится мне железнодорожный вокзал в Адлере, он большой, красивый. Два дня катались, но это потому, что не было пухлого снега, а по трассе кататься мне не очень нравится и моим друзьям. А тот момент, когда мы только начинали кататься, и нам было все равно, где кататься по трассе или по кулику, он уже прошел. Опыт катания уже около 5 лет у нас, и поэтому мы не попали на пухляк, только в первый день. Второй день покатались по трассе, а охотку свою спили и, собственно, гуляли остальное время в Сочи. Есть где интересно провести время. Здесь и летом хорошо, и зимой. Прекрасная альтернатива, если вы военный человек или у вас ограниченный бюджет, допустим, отдохнуть в том же Сочи. И миф о том, что отдыхать на юге России дорого, неправда. Это вы видели по нашему отелю. За всю поездку, за 5 дней я потратил около 10 тысяч всего лишь, где-то так. Это еда и проживание, и аренда скипасов, вот, сноуборд и снаряга вся моя своя, конечно. Поэтому ждем вас в Сочи. Dear passengers, we're asking you to obey the railway safety regulations. Please, do not leave your keys alone.